Особое внимание развитию здравоохранения уделяют власти нашего района. Для того, чтобы на высоком уровне организовать медицинское обслуживание славянцев, нужно решить множество непростых вопросов. И когда все получается, как это произошло в поселении Голубая Нива, где открылся новый кабинет физиотерапии, то радостно всем. Голубая Нива – один из самых молодых населенных пунктов нашего района. В небольшом поселке есть офис врача общей практики, где квалифицированный специалист ведет прием жителей. Здесь очень не хватало кабинета, где с помощью современного оборудования пациенты получали бы необходимые физиотерапевтические процедуры. И вот, наконец, этот пробел устранен. Разделить радость открытия с жителями сельского поселения приехал глава Славянского района. Я вспоминаю, это не просто все происходило. Мы приобретали это здание, наверное, уже года три назад. Потом здесь первый этап работ был выполнен. Сегодня следующий этап мы выполняем. В нашей работе много краткосрочных планов, среднесрочных, долгосрочных. Эти планы, они и мечты наши сбываются. И сегодня тот как раз день, когда, я уже сказал, праздник на нашей улице, и наша мечта сбылась. Я вас всех с этим поздравляю. Надеюсь, что самая главная задача, которую мы должны выполнить, она будет выполнена, чтобы население, чтобы жители были живы, здоровы. Роман Синеговский поблагодарил всех, кто сделал, чтобы планы по открытию кабинета стали реальностью. Глава сельского поселения Голубая Нива Константин Стригуненко отметил, что кабинет физиотерапии сможет помогать не только жителям поселка, но и близлежащих населенных пунктов. Здесь будет около 5 видов физиотерапевтических процедур. Конечно же, для нашего поселения это достижение. Маленький компактный поселок, и мы имеем с вами и физиотерапию, и амбулаторию прекрасную, и стоматологический кабинет. И вот, наконец, наступает самый торжественный момент. Перерезается красная лента, символизирующая открытие кабинета. Кто-то строит, а кто-то лечит. Глава Славянского района вместе с медицинскими работниками и пришедшими на праздник жителями Голубой Нивы осмотрел физиотерапевтический кабинет. Действительно, все здесь сделано красиво, удобно и современно. Новые возможности для работы по достоинству оценил врач. Очень хорошо для нашего поселка. Это большое подспорье мне в лечении пациентов, потому что мы уже не лечим не только, допустим, препаратами, да, но плюс еще и физиолечение для реабилитации пациентов. Очень хорошо будет это все помогать. Приобрели 2 новых аппарата. УВЧ – это очень хороший аппарат, современный, выпуск января этого года выпущенный. То есть плюс еще ультрафиолетовое облучение, амплипульс, ультразвук. Это все аппараты, которые современные, они очень хорошие. Все сделано с душой, так, чтобы каждому посетителю кабинета было удобно и приятно принимать процедуры. Меня очень порадовало. Я очень довольна, что открылся этот кабинет. Давно у нас его не было. Вот. Надеемся, что никто болеть не будет. Здравоохранение поселения Голубая Нива сделало большой шаг вперед. Теперь все жители поселения смогут оценить плюсы нового кабинета физиотерапевтических процедур. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».